Всем большой пламенный привет. Стал я обладателем такого чуда под названием Poco HZ. Да, действительно, он собирает пыль всю в кармане. Да, он быстро заряжается, быстро разблокируется. Да, аппарат веселый, хороший. Но вот это вот значочек DJI Mimo, который привязан к аккаунту моему, к которому привязана карта, к которому привязана сама камера, которая DJI Osmo Pocket, и которая может снимать в 4К. Вот. И данный аппарат тоже может снимать видео в 4К. Если мы зайдем в видео, мы можем поставить дополнительные 4К 30 FPS. Он может снимать, но воспроизводить то, что снимает камера, на 4К 30 FPS он не может. На 4К 60 FPS тем более. То есть, как бы, телефон 2020 года не может этого сделать. А телефон, который у меня был до этого, тоже Xiaomi Mi 6 на 128 гиг, свободно воспроизводил это видео с штатными вещами. Далее, звонилка. В звонилке нам обещали, если мы поставим бета-версию, то мы сможем звонить и записывать наши разговоры. Но это не та звонилка, которая была в Xiaomi. И это уже второй минус. Та звонилка просто писала во внутреннюю память и отправляла это все в облако. Все звонки по умолчанию. Да, немножко разочарован, конечно. Но тем не менее, аппарат побольше. Емкость, автономность его стала побольше. Не такой топовый процессор, но тем не менее. Здесь есть Google сервисы, как ни странно, рабочие, с уведомлениями совсем. Здесь есть Google Pay. И на нем не нужно делать танцы с бубном, чтобы им пользоваться. Вот с этим телефоном я проходил 2 недели. Купил на него хороший чехол, купил на него хорошее стекло. В итоге что? Он не может воспроизводить видео в 4К. Он даже снимать 4К не может. Это Huawei P40 Lite. Некоторые его еще называют Nova 7, но на Nova 7 ай, там 8 гиг оперативы, здесь же 6. Но тем не менее, 48 мегапикселей камера, которая снимает намного хуже, чем на Mi 6 с 12-мегапиксельной камерой. Вот. Жалею ли я о том, что я продал Mi 6? Да, жалею. Если у вас есть возможность сохранить свою шестерку, лучше сохраните. На ней можно поменять аккум без всяких проблем у нормального мастера. И она прослужит вам еще очень-очень долго. Здесь очень удобно реализован сканер отпечатка пальца в боковой кнопке питания. Здесь то же самое. Здесь есть Google сервисы, здесь их нет. Ну, в общем, как-то так. Этот Poco X3 тяжелее, чем тот же самый Huawei. Экран чуть больше. Глазок такой же. Ну, не знаю. Это пойдет на продажу. Это я пока оставлю себе. Потому что свой Mi 6 я уже успел благополучно продать новому счастливому обладателю, которому, я надеюсь, он будет служить долго и счастливо. Ну а сам буду ходить теперь
с вот этой вот штукой, которая собирает полностью пылюку всю в кармане. Здесь нужно будет поменять чехол на черный, нужно будет поменять пленку на стекло. Ну и я думаю, пока на этом все. Кому было интересно, кому я помог не перейти на данные агрегаты, а остаться на своем Ми 6, например, либо другом каком-то. Ну, я только рад. Всем остальным пока. Подписываемся на канал, ставим лайки, добавляемся в друзья.